Студенческие отряды Новосибирска открыли трудовой сезон. Работу на лето в этом году молодые люди выберут по 10 направлениям. Студенческие отряды, как мне кажется, они, это школа жизни, наверное, они воспитывают в первую очередь ребят, они их готовят, можно сказать, к взрослой жизни, потому что после университета многие ребята без опыта работы, так сказать, а наша основная задача – это трудоустройство студентов в летний период времени. Участие в церемонии принимают более 1000 студентов из 13 вузов Новосибирска. Летом они будут строить важные городские объекты, получат возможность участвовать в больших проектах в других регионах или станут вожатыми в детских лагерях. Есть вакансии для студентов и в сельском хозяйстве, и на железной дороге. Был пробный рейс у меня Новосибирск-Кулунда с 7 по 9 мая этого года. Тяжеловато было. Поначалу было тяжеловато. Но потом влились в колею, и все стало гораздо полегче. Но работать, я думаю, там будут хорошие напарники, будет хорошо. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!